А спонсором этого видео является кэшбэк-сервис Letyshops. При покупке любого товара в интернете вы сможете вернуть часть потраченных денег себе обратно в кошелек. А теперь переходим к теме данного видео. В этом видосе я вам покажу, как вы сможете создать резервную копию со всех сообщений в Вайбере. Особенно актуально это видео будет для тех, кто дорожит сообщениями и кто не хочет их потерять. Итак, что нужно делать? Заходим в Вайбер. Заходим в настройки, дальше в настройки, учетная запись, резервное копирование. Вот, теперь важный момент. Создать резервную копию. Вы ее создаете и обновляете и сохраняете ее ежедневно. Объясню почему. Все ваши сообщения, они будут сохраняться на ваш номер телефона. Мало ли что может произойти с вашим телефоном, со смартфоном. Вы можете потерять смартфон вообще полностью. Вы можете этот смартфон, у вас его украдут. Он может у вас поломаться. И всегда, имея номер телефона, даже когда вы его потеряете, вы пойдете в свое отделение мобильной связи, и вам восстановят ваш номер. И этот номер вы сможете вставить в новый телефон. И когда вы зайдете по-новому в Viber, зайдете в учетную запись, резервное копирование, вы сможете сделать такую функцию, как восстановление. Вы нажимаете «Восстановить», и все, что было сохранено на вашем номере, все ваши сообщения и переписки, они восстановятся на вашем новом телефоне. Вот поэтому я вам рекомендую ежедневно создавать резервную копию, и в случае чего вы всегда сможете восстановить все свои данные на смартфоне новом. И ничего не потерять. Вот такое вот получилось небольшое видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. И вы его оцените, поставите лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо и успехов!